Белье Дженнифер. В принципе, оно вот все в упаковках. Вот так вот выглядит. Но есть пару вещей там без упаковки, но обычный стандартный там. Вот. Цена на сайте актуальна. В наличии есть 10 килограмм. То есть один лотик, такой лотик, состоит из 5 килограмм вещей. То есть вот так, вот так, вот так, вот так. Количество вещей я позже посчитаю, чтобы примерно прикинуть себестоимость. В принципе, здесь что? Трусики, комбинации, стринги. Пару лифаков есть. А так, в принципе, в основном трусики. Ну, мне кажется, здесь себестоимость будет очень, очень нормальная. И вот, синтетика есть, ХБ есть. Ну, все, в принципе, как в любом другом белье. Ну, особо недорогом. Есть неплохое белье Скандал. Если нужно какое-нибудь другое белье, я тоже отсниму, отправлю. Ну, в принципе, вот оно, без упаковки. Не хочу открывать упаковку, чтобы товарный вид не нарушать. Размеры, в принципе, все разные. То есть нет такого, да, комплекта, что ли. Вот так вот. S-ки, M-ки, L-ки. Все размеры есть. Все, что нужно, все есть. Это лифчик. О, халат. Неплохой халатик такой. Такие вот. Что? Непонятно даже, что это. Комбинация.